Я просто, у меня в голове не укладывается, мне просто в голове не укладывается, типа, ну, типа, были проблемы и были, типа, все равно они решатся, ну. Я, конечно, понимаю, что это все сделано для контента. Ебать, мне настолько жалко машину. Просто, ебать, просто посмотрите на эту машину. Блять, это... Я понимаю, что дело не в машине, типа, а в дилерских центрах, что он там тильтил. Я на него подписан, я видел все, что он говорил. Не знаю, мне ее просто жалко, это, блядь. А я еще видел, что он, короче, тильтил в том, что какой-то чел выложил, что он ухуярил машину заранее. Ну, это же по-любому, ну, типа, ему это оплатили. То есть этот ролик 100% оплачен и машиной, и, возможно, еще сверху, ну, то есть невозможно, а точнее сверху еще чем-то, ну, то есть каким-то спонсорством. Да, он прикольный, конечно. Я бы хотел бы с ним в жизни пообщаться. Такой ёбнутый, знаете, чел. Я хз, вот я не знаю, вот я бы купил себе машину за 13 миллионов. Ну, типа, были бы там какие-то поломки, да, что-то с ней было, блин, я не знаю, но... Я бы к ней так относился. Да, я забыл, когда. Я забыл, когда последний раз в своей жизни видел, как кто-то плевал. Я вам серьезно говорю. Я забыл просто, когда кто-то плевал. АП будет? А, музыка типа. А что за исполнитель? Другой уровень, здесь нужны большой охват и деньги другие. Ну да, наверное, для него эти 13 миллионов это обычная сумма. Чел пишет, он это сделал, чтобы полностью убить авторитет Мерседеса в России. Я думаю, он этим роликом не сделает ничего. Никакого урона по Мерседесу он не сделает этим роликом. Никакого. Положили всему конец. Без тебя все пусто, мир замер. Море фонтан брошенных монет. Ты колючая, как роза. Ну и красивые, как они. Тебя берут, ранятся и бросят. Эти душевные пацаны. Я потерял свой дар речи. Молил Бога с тобой свести. Но мне тебя удивить нечем. Принцесса, ты снаружи, а внутри ложь, зло, сори. Ой, какие сосисоны прям. Сердце колет, нож твой так больно. Как
класс, гарь прям полная. Да нет, Маша, все нормально будет. Да нет, не переживайте по поводу русских исполнителей, типа, ну, все будет нормально. Ну, не все, конечно, но... Да нет, конечно, охуенно, но я не знаю. Я, может, просто... это вроде машины, это тоже вещь, да, как бы, типа, похуй, но... Не знаю, мне прям искренне жалко машины. Я понимаю, что там 10 миллионов подписчиков в Инстаграме, все такое. Там нужно делать что-то серьезное, что не делает никто. Это, конечно, круто, но... Давай, у тебя получится. Хуя он смылся, блядь. Как бустер со стрелок. Я же смотрел, как он покупал, короче, эту тачку, как он к своему другу приезжал, типа. Бля, мне иногда кажется, что... Мне иногда кажется, я, конечно, не сильно в этом шарю, но вот такое чувство, как будто это было все настолько спланировано, ну, типа вот с первой сторис, знаешь, которая, типа, вот там проблемы с машиной, это все было настолько спланировано, чтобы сделать такой ролик. Хотя нет, наверное, это хуйня, да? Я, наверное, хуйню несу. Никто... Я не знаю, это вообще пиздец. А он хоть поедет-то на механике. Хочется плакать, блядь. В который раз нет тобой обманут, с комом в горле я тут теряю почву. Если видишь звезды на небе, пошла малышка. Какой была ты для меня, то почему не смог в очередной раз себе поверить, падая с обрыва тебя за собой потяну. Да, это просто для меня это одна из лучших машин, которую я когда-либо видел. Одна из самых лучших машин. Тебя повсюду искать ошибка. Глаза наживкой оказались уже. Ну ладно, ждем, как он купит, что, М8, наверное, да?